Ну что ж, здравствуйте, друзья-товарищи. Вы на канале Hedge Playground. Это Alien Isolation. Меня зовут Иван. Продолжаем, короче, игру. И совершенно я забыл, куда нам идти. Что мы здесь делали? Ага. Добраться до бюро службы безопасности. Так. Подожди, я в ту сторону смотрю. Нет, не в ту. Хорошо. Добраться до бюро службы безопасности. Изи. Изи. И поверните направо. Ага. Меня не да. встретят? Сейчас сами так найдете. И сделаем. Отбой. Конечно, сами дойдем. Вы ленивые засранцы, вы не можете меня даже встретить. Так. Па-па-па-па-па-пам. В прошлой серии мне написали, к прошлой серии в комментариях, что типа, ну, конец еще не близок. И я такой, блин. Ну, вообще, с одной стороны, это хорошо. А с другой стороны, это плохо, потому что у меня жопа горит уже от этой игры. Периодически, да? Не постоянно, но периодически. Но прикольно, мне нравится, я так скажу. Сама игра сама по себе, геймплейна, конечно, она сложненькая. Конечно, что ты хотел, Ваня, когда ты говорил, что «Знаете ли, я поиграю, чтобы получать удовольствие, а не боль в жопе, и выбираю сложный уровень сложности». Конечно, это я и рассчитывал получить. Все будет хорошо. Уэйд знает, что делать. Да, конечно. Да ладно, пока его дела не привели ни к чему хорошему. Это ты? Ты включила транзит? Да. Здорово. Я молодец, а ты может, нет. Здесь мы будем в безопасности. А где женщина? Подожди. У меня тут женщина была одна. И мне с этой женщиной надо бы пообщаться. Так, подожди. А куда мне, собственно, идти-то дальше? А что за... Что это такое? Что за хэштег? Что за хэштег? Погоди, погоди. Интересно, закрыто? Закрыто, закрыто, все, значит, это мне не нужно. Что за хэштег? Подожди, тут же есть какая-то легенда. Да, легенда, кодовый замок. Я понял. Это вот он. Вот он, кодовый замок, необходим код, отлично. Так, задача, текущая задача. Па-па-пам, встретить Сэмюэлса и Тейлор. Тейлор. Надеюсь, что не Свифт. Так. Как Тейлор? Привет. Стабильно. Скоро уже на ногах будет. С ней там Сэмюэлс. Ясно. Отлично. Ну, вы восстановили работу транзитной линии, так что мы квиты. Где Рикардо? Денег давай. Выполняй мое поручение. Я занят. Тут в камере Марлоу. Потолкуйте пока с ним. Этот прохиндей притащил сюда ваш самописец. Где корабль Марлоу? Где Анасидора? На парковочной орбите. Этот мерзавец не дает нам коды, чтобы провести корабль сюда на автопилоте. Может, хоть вам удастся его вразумить? Поговорить с ним? Ага. Слушай, я тут что-то подумал, что всегда нужно включать субтитры, потому что без субтитров-то ни хрена ведь непонятно, что они порой говорят, особенно, да, когда ты вроде как бы пытаешься... Сложность можно поменять. Не буду. Ладно. А подожди, а где субтитры? Чего? Так, не то схема управления. Нет, я играю не с геймпада. Спасибо. Так, а субтитры-то где? Подожди. Не вижу. Стоп. А, наверное, в звуке. Да, логично. Логично. Все, субтитры. Субтитры теперь должны работать, срабатывать и отрабатывать. О, сохранение. Люблю сохраняться. Так, резко... Вот это вот резкое верчение мыши, оно меня не очень прикалывает. Так, это что? Сенсор забираем. Давай все барахло, которое есть. О, привет. Это ты? А, это же этот чел, Марлоу. Марлоу? А ты кто? Я Рипли. Меня зовут Рипли. Меня Ванечка. Явилась со своим пустым ящиком. Да вы, ребята, упорные. Я здесь по личному делу. 15 лет назад на Нострому летела моя мать. Что, правда? Черт. Надо же. Да. Мы не нашли корабль, Рипли. Только самописец. Оу, а что у него с ртом? Подожди. Что еще вы там видели? Мне надо отсюда выбраться. Как насчет сделки? Выкладывай. Что у него с глазом? Смотри у него как... Приблизить не могу. А. Так, а чё, чего? А чё за загрузка? Стоп, с чего бы загрузки-то сейчас быть? Проверка связи. Как слышно, Льюис? Я вас слышу, хотя... Оу! Давайте не спешить.
Я бы хотела добраться до этой штуки живой. Тебе нужна штука. У меня кое-какая с собой. Хочешь, покажу? Эй, я тебе такую штуку сейчас покажу. Охренеешь. Так, в экзистенциальный кризис войдешь на полжизни. Так. А фонарик у меня есть? А кто здесь женщина? Подожди. Ты мужчина, ты женщина. Хочешь мою штуку посмотреть? У меня есть. Нет? Не хочешь? Ну-ка, хочешь. Так. Есть. Постер, микс. Смотрите в оба. Есть. Во. Вот так. А что надо? Идти к источнику сигнала. Класс. Класс. Куда идти-то? Я понял, что к источнику сигнала, но... Ну куда? Оп. Я так понимаю, они сами идут к источнику сигнала, и мне можно особо не париться с этим приборчиком, который у меня есть. Ты видела, какая у меня штука есть? Смотри, вот такая. А у тебя нет. Ха-ха. Куда идти-то? Вот так. Да ладно тебе. У меня в городе зимой не такое бывает, так что ты ерундой-то тут не страдай. Фигня, так. Легкий ветерок, скажем так. Даже снега нет. А куда... Подожди. Во, вот, смотри, вот туда идти. Ну давай иди быстрее, пожалуйста. Ну ты можешь, не может. Не может, я даже пройти мимо него не могу, чтобы его обойти. Вот здесь стена невидимая просто, я не могу ее пройти. Или могу? Смотри, могу. Убрали стену. Гляньте на эти камни. Какие камни? Камни. Ладно, пойду поищу слабое место. А вы ждите здесь. Так, найти обходной путь мимо завала. Я понял. Гулять будем сейчас по... камням? Нет, нельзя. А? Чё? Куда? Стой, подожди, куда? Куда? Самому не залезть. Аист, подойди, подсади меня. Куда? Подожди, куда подсадить? Вот сюда? О, точно, давай. Ну, ну, все, поехали наверх. Ну чё ты там, господи, вроде бедолага. Вроде нашёл проход. Пойду проверю. А если ты не вернёшься? Значит, ещё подождите. А если совсем не вернусь? Ещё подольше подождите. Ничего страшного. Так. Собака ты проклятая. Ты чё пугаешь меня? Пёс. Погода, пёс. Псиная погода. Фух. Тихо, ничего не говори. Каким-то чудом. Блин. Чё ты палишься-то? Буду искать обход. Ага, сейчас. Сейчас погуляем, посмотрим, что здесь. Всё-таки на свежий воздух-то не так часто с корабля выпускают, а тут прям свежий воздух, вот. Прям видно, как он летит во все стороны. Так, па-па-па-пам, нахера мне этот прибор? Не нужен вообще. Даже если я кручусь, он вообще ни на что не... А, вот, смотри, на что-то среагировал. Во, вот сюда. Ну, я понял, он просто ведет меня по проталенной дорожке. Типа, куда идти, туда он меня и приведет. Отличный вид. Погодите, я вроде где что-то нашел. Че нашел? Где? Вот ты что-то нашел, а я нет. Я ж не вижу ни хера. Ты что ты мне тут говоришь, что ты что-то нашел? Дурачок, что ли? Трещина в скале. Сейчас сорву, отойдите. Трещина в скале, подожди. А, во, вижу, да. Хорошо, хорошо. Давай. А теперь надо, наверное, отойти. Ладно, давай развернемся и отойдем немножко. Вот так. Оп. Ой! Блин. Я же знал, что сейчас взорвется. Чего испугался-то? Совсем, что ли, дурачок? Бывает, ладно. Так, и что, мне вперед теперь идти или назад? Так. Ага, окей, так.
За мной. Минутку. Итак, все. У меня просто сели наушники. Не знаю, как так получилось. Поэтому пришлось на проводные переехать. Все, поехали. Ладно, пойдем посмотрим, что там. Я надеюсь, там прикольно. Ты типа тут самый сильный, да? Можешь всех подсадить? На что ты хочешь всех подсадить? Главное только не на что-то тяжелое. Так, и что мы здесь видим? А, собственно, здесь нифига опять не видно. Это что? Тени, свет. Смотри, как отражает. Оу. О, смотри! Что это такое? Похоже на... Ну, если с определенного ракурса посмотреть, это похоже на писюн. Простите. Так, сюда прыгать-то, да? Сюда, видимо. И чё? Это будет продолжение или чё, как? Это продолжение, то есть после загрузки... я понял. Ладно, не понял, но понял. Чё ты тут это? У тебя голова дымится. Умная, что ли, сильно? Иди давай, медленная собака. Они не пускают меня идти дальше. Я бы хотел идти быстрее, но они не дают идти быстрее. Дурачки проклятые. Ну давай ты, господи. Обхожу слева. Слева, поворотник правый включи и пропусти. Все. Идем по пещере. Какая интересная пещера. Мне кажется, это очень затянуто уже. Прям перетянуто. Слишком долго, слишком затянуто. Оп. Да я обойду-то. Слышь, ты, мышь, эй, кыш, кыш. Ну кыш, да я обойду. Я первый хочу быть, я первый во всем. А смотрите на планетный корабль. Так это инопланетный корабль? Серьезно? Кто бы мог подумать? Так, ладно. Здесь дырка, в которую можно, видимо... Но в эту дырку мы, наверное, не полезем, надо чуть повыше подняться и уже там осматривать. Но, вероятно, это то место, откуда как раз и вылезли эти чужаки, чужие засранчики. Ух ты. Слушай, а как вообще появились чужие, кто знает? Я что-то потому что очень давно смотрел «Чужого», еще когда он был актуален. И там была Эллен Рипли. Я почему-то думал, что какая-то Рипли Скотт, а Рипли — это фамилия, а Эллен — это имя. А я думал, что Скотт — это фамилия, а Рипли — это имя, но... Это было настолько давно, поэтому мне простительно. Мне кажется, это даже было где-то в 90-х годах, в конце 90-х. Прикольно. Вау, прикольно. Оп, карты нет. Где? Подожди, а что живое? Вот это? Где вы? Куда следы ведут? Подожди. Так, подожди, Настрома вот здесь. Так, найти аварийный маяк. Папам. Я так понимаю, мне вот в ту дырку. Ну, пойдем, посмотрим. Не страшно, фигня какая-то. Это какая-то хрень, смотри, вот здесь вот ноги, вот в этой части, а это он лежит просто, как будто на мотоцикле таком, на чоппере таком едет, так, врум. Да.
Ладно. Ладно, хватит шутить. Да мне просто сыкотно немножко. Вот и это все. Я так понимаю, мне сюда. Да, сюда. Подсадишь? Давай. Ну давай, давай, подсади меня. Только на что-нибудь не тяжелое. Что здесь? Ну смотри, здесь в принципе ничего страшного. Судя по тому, что здесь происходит, здесь вообще ничего нет. И как бы, судя по тому, что это рассказ вот этого чувака, за которым мы играем, значит, здесь ничего страшного нет, мы выжили и все. Как бы он выжил, и все нормально. Свет. Там что-то было сейчас. Что-то сейчас такое... А, это вот это вот, да, волна. Я понял, хорошо. Что это? Ух ты. Выключить маяк? Может, не стоит этого делать? Мне кажется, это хреновая идея. Блин. Мне кажется, это хреновая идея выключать маяк. Давай. Ага, иду. Беги, пожалуйста. Шифтани. Шифтануть не получается в этой игре. Жаль, не жаль, не знаю, но не шифтиться. Не шифтиться здесь. Марлоу говорит, ты должен это увидеть. Сейчас я туда приду, а там никого нет. И мне типа будет задача выбраться живым. И я такой, окей. А при... Блин, здесь еще присесть можно, вот это плохо. Так. Что там такое? Свет загорелся, ну и что? Что такое? Мне пока непонятно. Ладно. Сейчас разберемся. Разберемся, что здесь произошло. Хотя не факт. Найдем только кусочки, обломки всякой ерунды. Что здесь? Оу. Серьезно? Вниз? Зачем? Ну, такое себе, знаете ли. Я бы без пушки туда не пошел. Вот, по-честному. Если брать по-честному и говорить на чистоту, то без пушки сюда идти очень глупое занятие. Как ему не сыкотно? Мне сыкотно, а ему нет. Очень глубоко спой. Ёперный театр. Это яйца чужих. Это яйца. Это все яйца. У кого-то много яиц. Ха-ха. Но все они меркнут под весом моих. Ха-ха-ха. Так. Дурацкие шуточки за 300. Мне просто немножко напряжно. Чё, подожди. Что подожди? Смотри, это яйца. Ну. А, все, сейчас будет еще одна загрузка, и, скорее всего, здесь будет очень много вылуплений этих яиц. Оу. Сейчас отсюда вылезет этот лицехват какой-нибудь. Не трогай, пожалуйста. Собака, я же говорил, лицехват вылезет. Я тебе говорил, лицехват вылезет, а ты лапами туда полезла, дура, блин. И что теперь делать? На Рипли меня переключили, надеюсь. Вроде да. Да. Какой план Б? Что у тебя есть? Я надеюсь, что это пулемет. Миниган. Макаронник. А, огнемет, наверное. Да, огнемет. Ну, тоже неплохо.
Но лучше был бы макаронник. Так, а кто помнит, что такое макаронник, а? Напишите в комментариях, что такое макаронник. Что я называю макаронником? Возможно, здесь есть такие же старые люди, как я. Ха-ха. Так. 500. Точно, мне же написали, что я могу бить людей вот этой вот палкой. Ха-ха. Так, стоп, давай. Рядом враг. Подожди. Написано, что рядом враг. Он меня сохранит? Где рядом враг? Не понял. Куда мне идти, вопрос? Вот. Так, смотри, сюда мне не надо, здесь. А все двери открылись, смотри. Я могу походить, погулять. А, то есть, еще и хрен знает, куда мне идти, да? Ну, спасибо, игра, за подсказки такие отличные. Так, закрытая дверь. Что надо? Разработал план поимки существа. Его нужно изловить. Чего? Изловить. Хе-хе-хе-хе, какие вы хитрые-то, а? Чё, как дела? Жива ещё? Облутать можно тебя? Нет, нельзя, ещё жива. Так, здесь в терминальчике должно быть, наверное, что-то интересное, что-то нам расскажут. Так, конфискованное имущество, плазменный резак, 3-го уровня, несанкционированный. Ух ты, а где это? Это всё там. Самописец, Нострома, бумажник, личные вещи медицинские. Какой-то паразит. Так. Так, послушали немножечко лора. Так, дымовые шашки. Я не знаю, я еще ни разу не использовал дымовые шашки. Вот эту я доделывать не буду. А, аптечка. Вот, аптечку обязательно надо сделать. Еще одну. Так, сколько у меня аптечек сейчас? 2. Что-то мало. Шокер. А, я не могу шокер, да? Не могу сделать шокер. Хорошо. Электромина, она выводит этих дурачков. Ну, как их называют? Ну, этих роботов. Короче, огнемет. Огнемет наш все. Или револьвер. Так, хлам надо залутать, который у меня потратился. Жетон забираем. И здесь в эту дверь можно зайти с другой стороны, я так понимаю, да? Сверху не вылезти. Ладно, пойдем. Так, что еще можно залутать? Лутецкий. Вот сюда можно пойти. Нет, сюда. Нельзя. Нельзя, понял, хорошо. Здесь... А, это то самое место, я понял. Терминал. Что нам здесь скажут? Здесь первой ловушки больше нет. Вот это да. Взрывчатка, которую мы заложили, сдетонировала. Мне сообщают о повреждениях в терминале. А этой твари хоть бы что. Ой, не хотел выходить, подожди. Еще раз надо почитать. Так, информация об арестах. Ну, тут Марлоу, тра-ля-ля, тополя. А, аудио нет, утилит тоже нет. Ну, говно, а не терминал. Число прям. Эй, что ты на меня смотришь, эй? Огнемет у меня есть. А, нет, это шокер. Подожди, у меня есть огнемет. Па-па-па-пам, па-пам-па-пам. Так, рядом враг написано. Кто из вас враг? Слышите? Собаки. Собаки, кто из вас враг? Ты враг? Я тебе сейчас огнеметом в жопу дам. Слышь? Или ты? Сколько... А, интересно... Ё-моё! Ой, простите. Я случайно... Я нечаянно! Ой, кто бы мог подумать, да? Я хотел это как раз проверить. Типа, мол, а чё будет, если я тебе всеку?
А вот что будет. Так, подожди, давай. А здесь рандомные вещи, что ли, делаются? Слушай, рандомные вещи лежат, это не очень хорошо. Потому что мы не можем теперь сделать все, что было до этого. Так, клей, все. Ладно, поехали, ладно, все. Можно еще аптечку посмотреть. Да, можно сделать аптечку. Пойдем? Хорошо. Шо, у меня есть шокер. У меня есть заряд шокера. Отлично, это очень хорошо. Огнемет. Еще раз, что ли, тебе по морде дать? Так. Куда идем? Мы с пятачком. Большой-большой секрет. Это что? Что это такое? Выход из зоны. Хорошо. И мне надо добраться до башни Лоренц. Ну, пойдем, ладно. Лоренц так Лоренц. О! Незалутанный мешок. Ой, иду. Да, куда? В смысле? Сэмюэльс — это андроид? Серьезно? Да ну. Прикол, что ли, какой-то? Так, для начала сохранимся, потому что... Ха-ха. Сейчас как приедут здесь засранцы, мне придется их палить. Жух. А как мне... Подожди. Смотри. У меня есть огнемет. А когда на меня нападает чужой, я же вообще ничем не могу пользоваться. Ни огнеметом. Капа Джоус. Это что, Капа Джоус? Stay perky, freeze dried, Kappa Joe's coffee. А, ну это кофе. Have you got the Kappa Joe smile? Kappa Joe, да, от слова чашка, что ли, да? Kappa Joe. Да, поехали. Поехали скорей. Надеюсь, хотя бы багов не будет больше. А то в предыдущей серии тоже были баги. Баг, который у всех, игре миллион лет, а его так и не пофиксили. Слушай, а тут всякие вот эти вот... Health and safety, six and tomorrow together. We don't forget the little details when seeing the big pictures. А, я не знаю, как это переводится. Так. Ага. Да. Отлично. Куда мы идем? Куда идем мы с пятачком? Так, мне вот сюда. Фойе. А что это такое важное? Ага. Центр связи с Сиксом. А я здесь был. Я же здесь был уже. Тут фигня. Здесь все можно прям на изи пройти, наверное. Стоп, а здесь... Опача. В смысле плазменный резак? У меня же есть. А, нет, у меня же не плазменный, у меня ионный резак. Ёперный театр! Беги! Чё это такое? Чё произошло? Чего? Чего произошло? Я вообще ничего не понял. Я не понял, что произошло. Так. Во-первых. Козел! Тебе тоже нельзя сюда. Да. Полезай. Да, ты тоже нарушил правила, и ты будешь тоже наказан. Так, он наверное, обходит, пытается, да? Подожди. Чё, я не понял. Это же бред. Это же бредятина. Так, мне где-то надо включить противопожарную сирену или что там? Так, противопожарка, вот она, наверное, да?
нажать кнопку. Нажми. Все, противопожарка включилась. А, оп. И давай. Открывай дверь. Где козел? Где засранец? Нету засранца. Не вижу засранца. Так, подожди, меня здесь током бьет? Не понял. Здесь мне надо что-то еще? Лут есть? А если найду? А если найду? Видимо, не найду. Нашел. Хлам, херня. Так. Так, смотри, там двое. Это... Они против меня или им пофиг на меня? А че их как много-то? Там еще наверху! Где сохранение ближайшее, а? Погоди. Далеко, недалеко. Знаешь, недалеко сохранение ближайшее по сравнению с тем, что я, мне придется бегать постоянно туда-сюда, поэтому пошли сначала сохранимся. Потом пойдем туда, потому что я не хочу туда-сюда бегать миллион раз. Это бесит. В этой игре это очень сложно. Потому что это сейчас мне повезло, я от робота ушел. Серьезно? Твою мать! Ой, вот, я говорил. Я же говорил. Да ладно тебе, господи, что ты там своей лапой? Ты уже убил меня, придурок. Ох. Это, наверное, из-за того, что я бегом бежал, да? Так, у меня огнемет в руках. Хорошо. Интересно. О. Так, мужики, а вы плохие или хорошие? Вы мне объясните, пожалуйста. Оу. Твою мать. Смотри, все, им жопа. И мне, наверное, тоже. Так. Ладно. Погоди, он еще там? Он еще тут? Где-то он здесь. Вот здесь. Так. Мама. У меня есть огнемет. А у тебя? Ой. Ой. А, собственно, погоди, а что делать? Я не понял. Непонятно мне пока что. Мне пока что непонятно, что делать. Но я так понимаю, мне надо вот сюда. Добраться до серверной. В серверной я, вероятно, уже был. Был в серверной. Это мне надо подняться наверх. А, погоди, мне, наверное, можно. Погоди, мне, наверное, можно выйти через вот ту штуку. А, погоди, у меня есть же звуковой генератор. Давай его вон туда закинем. Ой, он там где-то остался, да? Сейчас он на него отвлечется, а я по-быстренькому пробегу. О, смотри, как побежал. Смотри, какой дурачок. Лошпедрон. О, и это я лошпедрон. Это я лошпедрон. А! Блин. Так, хорошо, потихонечку, ладно. Потихоньку. Собака, он пошел. Он пошел. Вот он, смотри. Блин. А-а-а. Не надо ничего не говорить. Тихо. 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 Собака. Нет. Закрыть можно? Можно. Пошел нахер. Лох. Фу.
Так, подожди, сейчас он меня тут это как за обзывательство-то как возьмет за жопу. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что-то здесь было сейчас. Не надо. Фу. А как он так появился передо... Подожди, он просто появился передо мной. Ага, вот так можно приблизиться и отдалиться. Фу. О, слушай, блин, Фантус, спасибо тебе за советы, а? Интересненько. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Что делать? Он где-то там прошел внизу. И он прям очень неприятный. Ладно, давай потихонечку пойдем. Прям вот, прям потихонечку. А откуда он вылез, блин? А, все, я понял, откуда. Так. Шкериться, конечно, по этим коридорчикам, это жесть. Так, где он? Он где-то там. Он где-то там меня ждет, когда я приду к нему прямо в это, на ужин. Подожди, сколько время? 6 часов. Да, у него будет ужин. Сука. Он где-то там. Ой, мама, не надо. Так, его нету. Так, мне куда? Все, мне вот сюда. А, смотри. Смотри. Смотри, здесь есть дырка. А, подожди, я же здесь его первый раз и увидел. Так, давай сначала в дырку. Ага, открывается с компьютера в приемной. Погоди, погоди, у меня слишком это, компьютер мой, это... Не в приемной, а подо мной сейчас немножечко это переживает. Переживает. Ну, как бы я переживаю. Так. Да не надо! Шо ты? Уходи. 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 Мне кажется, это дополнительный шум эта хрень создает. Так. Его нигде не видно. Может быть, можно встать? Так, давай. Сохраняем игру. Там написано рядом враг. Это плохо. Твою мать. Я слышу его, как он лазит по этим. Управление дверью. Открыть дверь. Я не понимаю, сколько их? Вот смотри, вот там. Это он или не он? Не понимаю. Это робот. Это робот. Да, это робот. Ладно, это робот, это херня. Так, погоди. Сохраниться не дают? Ну ладно, давай. Да, это робот, это херня полная. Он дурачок. Ай. Я тебе сейчас такое расскажу. Смотри. Оба! Оба! Ха-ха! Оба! А! Пес! Поймал! О! Еще и швырнул! Еще и швырнул! О, псина! Ну-ка! Ой! Ай-яй-яй, говорит! Это не ответ! А, он меня сейчас убьет, да. Прекратить. О, смотри, чужак! Чужой, чужой, сейчас он с ним будет разбираться. А, собака, он меня выбрал, да? Моя попка ему показалась аппетитнее, чем попка робота. Ладно, ладно. Фух, ладно. Ну что ж, ребятки, на этом я предлагаю данный эпизод закончить на очередной смерти. Увидимся уже в следующем эпизоде. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, комментировать, оставлять ваши лайки. Всем спасибо и всем пока-пока.